Канобу.ру представляет. Сегодня я впервые увидела Kingdoms of Amalur: Reckoning. Это ролевая игра с акцентом на динамических битвах. Завязка истории довольно традиционна. Это классическое противостояние эльфов и людей. Наш герой или героиня – один из павших бойцов на поле брани. И однажды нас воскрешает, но мы не знаем, кто это сделал и что произошло, и вообще мы потеряли память. И, собственно говоря, главная цель – обрести потерянную память, восстановить свои воспоминания. Битвы — это не просто тупое мочилово, они требуют некой сноровки и ловкости. Например, можно увернуться от атаки одного врага и подставить под удар другого. Главное, что заинтересовало меня, — это система классов, вернее ее отсутствие. Мы получаем некие очки опыта и тратим их в развитии разных навыков. Таким образом, классы получаются уникальными в зависимости от тех навыков, которые вы развиваете. Вообще игра выходит в феврале, но вы можете уже сейчас ее попробовать прямо здесь, на Игромире.